Всем привет! С вами Wallflame, и вы смотрите Call of Beauty. Сегодня объект нашего внимания – очаровательная героиня очень кровавого экшена от третьего лица. Господа, прошу внимания, на сцену выходит кровавая Рейн. Можно просто Рейн. И да, бойтесь, ведь она еще как кусается. Это отнюдь не человек, но от этого она не становится менее прекрасной. Она немного боится воды и солнечного света, бережет кожу, в прямом смысле слова. Ведь кожа дампира требует тщательного ухода. Нет, я не оговорилась. Дампир – это что-то среднее между вампиром и человеком. Получилось это в результате не совсем гармоничного союза человека и вампира, как нетрудно догадаться. Поэтому Рейн стареет, но делает это значительно медленнее обычных людей. Внешний вид – черный латекс с красными вставками, который гармонично смотрится с волосами красавицы-полувампира. Кстати, на волосах висят кольца с ленточками. Выглядит довольно оригинально, но конструкция этих заколок все же непонятна. На ее белоснежной шее красуется медальон. К такой близко не подойдешь, того и гляди накинется, сожмет бедрами в стремлении лишить возможности совершать любые телодвижения, вопьется вам в горло и примется пить вашу алую кровушку. А вы и шайзы крикнуть не успеете, хотя помимо острых зубок в арсенале у Рейн полно всякого оружия, от пистолетов до пулеметов. Впрочем, потом она заменит это все двумя пистолетами, которые нужно заряжать кровью. Неважно, своей или чужой. Даже гарпун для поимки жертв имеется. Эта женщина с характером ни за кем бегать не будет. Но самое опасное из этого списка находится на самом видном месте – ее клинки. Ими она порубит в капусту любого, особенно если ее немного позлить. А вы знаете, ведь в гневе она еще прекрасней. Режим «Кровавая ярость» это наглядно демонстрирует. Конечно, вампирская кровь дает множество плюсов. Знаю я одного копа, который до смерти обзавидовался бы способностям Рейн, безлимитному замедлению времени, например. К тому же, она все время держит себя в форме, помимо нереально высоких прыжков, поражает ее акробатика. Все это помогает ей кромсать фашистов налево и направо и мешать злодеям осуществить их коварные планы. Собственно, это она делает, будучи агентом Бримстоуна, тайного сообщества, которое обещало ей помочь найти Кейгана, отца Рейн. Во второй части игры Рейн отыскивает своих сводных братьев и сестер-вампиров и убивает, пытаясь отомстить Кейгану за смерть своей матери. Рейн выглядит довольно соблазнительно, а ее голос сочетает в себе нотки злости и некого флирта. Такой безумный коктейль будет по вкусу многим, вы уж поверьте. По несчастью, Рейн понравилась и одному криворукому режиссеру, поэтому кроме игр персонаж появляется и в мире кинематографа. Но об этой трилогии лучше не вспоминать, и любоваться была Рейн из вселенной видеоигр, сексапильной, страстной дампиршей с острыми клыками и клинками. И да, Уви Болл, пошел ты к черту, я и армия фанатов уверены, что ты будешь гореть в аду. На этом все. Играйте в игру, не смотрите фильм. С вами была Wallflame, вы смотрели Call of Beauty. Всем удачи и не забывайте, что реальные девушки намного круче.